К ноге. Проклятие. К ноге. Твою мать. К ноге, твою мать. К ноге. Собаки не люди, они животные. Природе нет дела до них. Печально, но это правда. Мы единственные друзья собак. Эй, Такса, она похожа на тебя. Спасибо. Я завтра уезжаю в Огайо. Хочешь поехать со мной? А что там в Огайо? Метамфетамин. Ладно. Нана, это Фэнтези. Привет. Фэнтези-художник. Нана когда-то занималась живописью. Я позировала голой и раздвигала ноги. Круто. Вам нужна физическая разгрузка. Я гуляю с собакой. Упражнения. Я не могу. Постарайтесь. А что если... А что если ты научишься писать сценарий, а таланта у тебя нет? Это здорово, что у тебя новая собака. Как ее зовут? Рак. Почему ты ее так назвала? Мне показалось это правильным.